Ну что ж, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Пласкун. И сегодня я решил сделать небольшое видео и рассказать про одну очень интересную сборку для робота Лич в игре Warrobots. Ну и, друзья, вообще ситуация какая? Я недавно делал видео про робота Ауджан, тогда на него поставил новые пушки Ultimate Avenger. Ну и в целом сборка была довольно интересная, потому что робот довольно старый, вышел, по-моему, в 2019 году, и с новыми пушками даже в конце 2023 года он там в чемпионе что-то мог сделать. Ну и в комментариях многие люди писали, что надо бы попробовать и других старых роботов на новых пулеметах, должно получиться довольно интересно. Ну и также еще пару человек сказали, что надо попробовать робота Лича на этих Punisher T версии Ultimate, и мол, сборка будет классная. Поэтому я решил это все-таки попробовать, протестировать, и у меня получилась такая комбинация, сейчас я о ней буду рассказывать. Ну и начать стоит с того, что, во-первых, пушки я поставил, как просили, эти Punisher T Ultimate, 4 штуки. И, кстати, что интересно, такая сборка была популярна тоже где-то в те времена. Люди, у которых не было там хороших пушек, на тот момент это были Короны и Штормы, ставили как раз обычные вот эти вот Punisher T. Качали их в МК-3, тогда не надо было их там в этот тратить МК-3 жетоны. По-моему, тогда вообще МК-3 даже не было, был максимум МК-2 12 уровня. Ну вот, стоило это не так дорого, люди играли, да. Но потом, конечно, все это стало уже не актуальным, а такая сборка, может быть, вполне будет тащить. По поводу модулей я поставил, само собой, два нуклеар амплифайера, чтобы очень неплохо повышать урон робота. Также поставил Immune Amplifier. Как я уже говорил, он нравится мне своей универсальностью, потому что он как и прочность повышает, так и бонус к скорости дает. Ну и при этом он также еще имеет накопительный эффект, и чем больше урона мы получаем на роботе, тем, соответственно, больше разных бафов будет робот получать. Сначала он будет игнорировать эффект freeze, потом там эффект lockdown, ну и в конце эффект suppression, то есть можно разогнать робота, и получается модуль прям отличный. По поводу активного модуля, я долго думал, что поставить. Сначала думал поставить этот phase shift, мне он, так, я его пропустил, да? Да, вот он, потому что робот не самый прочный, и ему было бы полезно уходить в астрал. Но потом я подумал, что у робота нет хила как такового, я не ставил Repair Amplifier, и надо бы ему как-то лечиться, потому что иначе он будет умирать очень быстро. Поэтому, конечно, можно было сэкономить и поставить что-то побюджетнее, например, Advanced Repair Unit, потому что там разница не такая большая, и даже будет хила побольше, но мне вот лично хочется, чтобы я еще получал какой-то бонус к урону в 10%, и поэтому я поставил Unstable Conduit. А также по поводу дрона, само собой, я поставил стикер, это, наверное, лучший дрон. Он позволяет противникам реже вас убивать, так скажем, потому что если вас атакуют вблизи, то тогда на противника накладывается эффект suppression, он наносит меньше урона. А если издалека выходит какой-нибудь кризис, он после первого попадания получает эффект blind и не сможет на вас больше навестись. Поэтому дрон отлично, еще позволяет видеть врагов поблизости в режиме невидимости. Ну а пилот, само собой, родной Томас Пинтрет. Я, кстати, очень давно его это не вспоминал. А пилот, кстати, очень даже неплохой. То есть он, когда робот активирует способность, он получает ускорение в 30%. Это, ну, приятно. Я еще решил ради интереса поставить другие умения на скорость. Во-первых, базового этого лихач. Ну, лихач, он везде, это универсальное умение, там везде ставится. И также еще решил поставить эксперт по двигателям, то, чтобы робот получал еще 10%, то есть к скорости. Ну вот, и мне кажется, что когда мы будем активировать способность, робот будет очень быстро носиться и будет довольно забавно. Ну и еще решил пулеметы прокачать, чтобы они, во-первых, быстрее ускорялись, то есть урона больше наносилось. И также еще повышенную кучность стрельбы, чтобы они имели на 25%, потому что иначе у них будет разброс довольно большой. Ну, получилась такая сборка, и я предлагаю не томить ее, протестировать. А, еще, кстати, да, по поводу покраски, это мое любимое. Я долго думал, что, какую покраску поставить. Мне очень нравится вот этот вот Nebulous. Он выглядит как там Stellar Phantom, Stellar Cerberus, там Sirius. Но проблема в том, что он как-то, не знаю, не сочетается с этими пушками, мне не нравится. Вот. То есть по отдельности пушки красивые, робот красивый, а вместе вообще не сочетаются. Паразит, да, неплохо выглядит, но немножко как-то хмуро, так как-то серо.
Потом дальше еще, ну, как-то вот этот вот нулифер мне вообще не зашел. Гали тоже как-то скучно. Мороз очень, да, вот сборка мне понравилась, как выглядит еще, тем более сейчас вот Новый год будет меньше, чем через месяц, можно было бы так это тематически выбрать, но не надо пока еще. Рано это к Новому году готовится, я думаю. Поэтому я выбрал все-таки вот эту вот покраску Фрево. Она мне очень нравится. Она такая пестрая, конечно, излишняя, но красивенькая. Поэтому вот получилась такая сборка. Ладно, давайте не будем томить. Я начинаю бой. Это просто сейчас случайный первый бой. Посмотрим, как быстро нас разберут. Или, может быть, мы кого-то разберем. А, итак, если кто не знает, способность Лича, она довольно интересная. Робот присасывается к вражескому роботу и перенаправляет большую часть входящего урона. А, кстати, давайте вот я активирую способность просто так. Блин, ничего себе, он ускорился прям, как Локи какой-то побежал. Жесть. Не, ну, конечно, сборка, она очень интересная. ХП мало, поэтому огневая мощь хорошая и способность не самая плохая. Но, конечно, мне кажется, новые роботы будут нас бить. Но не факт. Мы сейчас это увидим. Так, слева... Непонятно, кто там бегает. Ну да, да, давай. Линкс выходит. Блин, а бодро прям разбираем это. О, от нас уходит, а не уйдет. Блин, вот это было очень хорошо. То есть мы прям полностью его законтрили. Ну вот, то есть он ушел под способностью. То есть он ушел в инвиз под способностью, думал от нас уехать. А у меня дрон, который видит всех в инвизе. Ну вот, это было очень красиво. И он даже ничего нам сделать не смог, потому что мы к нему присосались. Так. Ну, пока начало очень хорошее, мне все нравится. Там бегает кризис. А мы, кстати, можем тоже его разобрать, по идее, потому что у нас же есть дрон. Так, ну давайте, к нам выходит Учукочи. Давай, Учукочи, и что ты сделал? Разобрали Учукочи, блин, офигеть, на Личе, кому скажешь, не поверят. Блин, вообще, ух ты, блин, очень бодро сборка всех разносит. Ребят, я не знаю, что происходит, но это рэмпейдж просто... Окей, ладно, давайте. Блин, я что-то думал, что будет совсем плохо, а тут, ну, вполне так неплохо. Давайте его прям... Ах ты ж, он ушел от нас. Ага. Кстати, мы сейчас этого тоже разберем. Ну, 100% разберем, потому что без вариантов. Годлайк. Да, и давайте еще Beyond Godlike. Блин, я реально не думал, что эта сборка будет так тащить. Что вообще происходит? То есть, пушки имба, дрон имба, робот не имба, но при этом получается имба. Да, такая классная математика. Блин, ага. Такой наивный. А, ну да, да. Да, да, Living Legend на Личе. Блин, ну сейчас нас разберут, конечно, то что... Да, разобрали. Но, блин, Living Legend сделали на роботе Лич, причем в начале боя. Мне, конечно, очень понравилось. Это причем первый бой совершенно случайный. То есть команда вроде такая, ну, сильных противников. То есть роботы там у них современные. Учукочи, еще этот Афионы. Он Линкс у всех, он и Муги летает. То есть это не какие-то там новички, не какой-то там эксперт. Чемпионская лига обычная. Ну вот, поэтому... Ну, что сказать? Я удивлен. Я, конечно, еще поиграю, потестирую. Но мне очень понравилось, то, что Ауджанта вообще, ну, разобрали двух, по-моему, или трех от силы. А тут Living Legend в первом же бою, блин, круто. Ну, в общем, друзья, получается как-то так. Сборка получилась очень интересной, мне прям понравилось. Поэтому, думаю, еще на ней обязательно поиграю, ну и потом, может, расскажу о своих впечатлениях. Ну, а на этом, думаю, можно видео заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами, кстати, был я, Полоскун. Всем удачи, всем пока.